С космодрома Байконур со второй попытки успешно запустили ракету-носитель «Союз-2-1Б» со спутником «Ресурс». Ее старт планировали еще 12 марта, однако из-за технических проблем пуск решили перенести на сутки. В этот раз все прошло в штатном режиме. Спутник уже выведен на расчетную орбиту и приступил к работе. Аппарат «Ресурс» стал третьим в серии. Планируется, что он будет проводить детальный мониторинг земной поверхности в интересах сельского, лесного и водного хозяйств.